Скажите, пожалуйста, а что собираетесь на 8 марта дарить? Я уже все подарил. А что, если не секрет? Это секрет. Не знаю еще, ничего не знаю. Цветы. А еще что? Ну и так, какие-нибудь безделушки такие небольшие. Как? Цветы, естественно. А подарки какие-нибудь? А? Подарки, может, интересные? Конфеты, шампанское. Всех с праздника поздравляю, женщин. Здоровья, счастья, успеха, Вася. Тюльпанчики подарим. Цветы. А подарки, может быть, какие-то? Подарки дома. А какие, если не секрет? Это сюрприз. А у меня жена сейчас сидит на диване, магазин, и выбирает себе ювелирное. А я сказал, любые покупай, какие понравятся. Вот и все. Ну, а я иду покупать цветы. Да, мам, цветы. А и подарки какие-нибудь? Пока не знаю. Цветы. А подарки? Цветы. Подарки потом возьмем обязательно, но пока цветы. А какие подарки, если не секрет? О, это пока секрет. Я не дарю, я продаю. Что, тюльпаны. Торгуем тюльпанами, да. Тюльпаны все наши, Подмосковье. Шикарные, много сортов. А своим дамам что-то собираетесь дарить? Конечно. А что, если не секрет? Ну, другие подарки. У нас дамы тюльпаны не особо ценят, потому что их очень много, и, ну, соответственно. Да цветы, а как что еще? А подарочки какие-нибудь думали, может быть? Ну, не знаю, ничего особо так. В основном цветы. Все, а так вас, кстати, с наступающим. Ну, цветы и коробку конфет. Например, маме хотелось бы подарить, даже не знаю. Что-то нужно в хозяйстве, наверное. А жене? Ну, жене сюрприз, а то вдруг увидит. Как обычно, цветы. А подарки? Подарки. Да вроде, уж, да нет, цветы, наверное. Ну, цветы, само собой. Ну, жене. Наверное, колечко подарю или цепочку какую-нибудь. Там еще посмотрим. Цветы, души, ну и сердце.